повестке дня заседание избирательной комиссии – самая жаркая и актуальная тема – итоги выборов депутатов в Рязанскую городскую думу. Бюллетени подсчитаны, итоговые протоколы подписаны и выборы признаны действительными и легитимными. Напомню, выборы проходили по единому избирательному округу и по одномандатным округам. «Единая Россия» получила 17 мандатов, ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» по одному. По данным комиссии, по партийным спискам прошли 8 кандидатов от «Единой России», 5 человек от КПРФ, 5 от ЛДПР и 2 кандидата от «Справедливой России». Избирательная комиссия муниципального образования город Рязань постановляет: первое. Подписать протокол избирательной комиссии муниципального образования город Рязань о результатах выборов по единому избирательному округу. Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования город Рязань в сети интернет. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. Кто за данное решение, прошу голосовать. По спискам в числе избранных оказались и представители Госдумы Владимир Жириновский, Александр Шерин, Андрей Красов и регионального парламента Татьяна Панфилова. У избранных по спискам депутатов есть 5 дней для того, чтобы отказаться от мандата. Напомню, в выборах приняли участие более 90 тысяч рязанцев, явка составила почти 22%. Не обошлось и без жалоб, которые также рассмотрели на заседании избирательной комиссии. Поступило обращение гражданина Михайлова о том, что в день голосования на избирательном участке номер 884 не предоставили возможность самостоятельно проставить свои паспортные данные в списке избирателей. Соответственно, получено объяснительное от участковой избирательной комиссии, на основании которой данный факт нашел свое подтверждение. На основании изложенного предлагаем признать жалобу обоснованной, удовлетворить, сделать замечание участковой избирательной комиссии о недопущении нарушений избирательного законодательства. Представители городского избиркома подписали итоговый протокол, к которому Михаил Карпухин, член комиссии от КПРФ, приложил особое мнение. Там указано, что во время избирательной кампании и самих выборов были созданы неравные условия. Более подробно с результатами и списками по единому и одномандатным округам можно ознакомиться на сайте городской избирательной комиссии. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».